Эй, всем привет, народ! Вы на канале Мафик. Знаете, я решил подвести итоги 2018 года. Но обычно такие видеоролики публикуют в последние дни перед Новым годом. Но я чуть опоздал. В общем, народ, сегодня хочу вам сказать одну историю. Это не разоблачение, просто рассказ, от чего у меня немножко подгорело. Почему я Мафик? Почему я сделал себе такой никнейм? Теперь я наконец-то купил камеру. Что буду делать на своем канале влоги, буду разнообразивать каким-то еще их видео. Да, телефон! Пиу-пиу! Быстрее поднимай, дурак! Вы как будто скетч снимаете! Ну вы поняли, кто тут бать! Сейчас вам Максим покажет водный контент, как надо разбивать свой велик. Завтра утром, 6 утра, я ставлю себе цель, что я бегу завтра на пробежку. Ля, он знает, типа, несколько трюков с фокус, ну, с картами фокуса. Загорелось здание в моем городе, молодежный центр. Напилась у нас подруга, жена моя, хорошая. На улице, блин, холодно. Ну как холодно, короче, у нас сейчас... Относительно. Да, у нас сейчас, короче, ну, еще речка такая прохладная. Я, не знаю, ухожу в армию, там, блин... Вернулся в этот прежний мир спустя небольшого такого перерывчика. Историю о этом стадионе, а вернее о ее прошлом. Ну вот так я провел 2018 год. Но теперь давайте к целям 2019. Первая цель — это саморазвитие. Знаете, я устал делать только видеоролики на YouTube. Поэтому скоро ждите кое-что новое и интересное. Я хочу отправиться в мини-путешествие, и скорее всего в него я отправлюсь летом. Постараюсь сделать для вас крутой контент. К концу 2019 года я хочу добить эту цель в 1000 подписчиков. Это все реальные цифры, просто мне нужно сильно постараться, и все мне получится. Я надеюсь в этом. Собрать на канале 100 тысяч просмотров в общей сумме. Да, это большая сумма, но, друзья, на данный момент у меня уже более 35 тысяч плюс просмотров в общей сумме на канале. И я думаю, что до конца года я смогу добить 100 тысяч. Все под силу, просто нужно упорно работать. Всем спасибо за внимание. С вами я, Мафик. Всем пока.